Дорогие друзья, я приехала в гости к нашему любимому Сенечке, нашему радужному почтальону. И, как всегда, мы отправляем ваши письма вашим ушедшим питомцам. Вот. Сенечка обязательно все передаст. Передаст все ваши слова любви и вашей памяти. Независимо от погоды, ни от каких обстоятельств, ваши письма идут по назначению вашим ушедшим любимым. Также меня на словах просила передать Сене привет и слова любви Тина из Казахстана. Тина, я передаю ваши слова, ваш привет. Ящик у Сенечки уже наполняется. Работы у него, как всегда, много. Ждет, чтобы передать и